Костям! Всем привет, ребята, с вами Павел, и сегодня у нас, что-то новое для моего канала, это ММ с голосом, да, то есть, я потому что классный, типа, всякие эти даровчики ваши, пилят этот ММ с голосом, а мне что, нельзя, что ли, да? Ну, нет, мне можно, я классный, все, давайте, в общем, без лишних слов, поехали. Ну, то есть, у нас уже начинается игра, начинается, блядь, убились. Вот, разминка у нас сейчас идет. И надеюсь, я смогу что-то показать в этой игре. Потому что на стриме, на самом деле, я показывал, но, к сожалению, что-то со стримом какие-то траблы случились. И он просто решил это сломаться. Скажем так, запись его сломалась немножко. Там осталось 3 минуты записи, то есть. Ничего фактически не записалось. Меня это на самом деле достаточно сильно расстроило, так как там были такие аэршоты на ускопы. Что-то вот по типу такого, только я это делал с АВМ. Вот тут челик стоял, я просто с АВМ прыгнул, ему аэршот дал вот такой пум. Ща. Давай, вантапис. Ну ладно. Не дали мне вантапис сделать, значит... Профессиональная раскидка. Вообще, обычно я покупаю, то есть по 350 там флешку и смок, но в этот раз нет. На самом деле, я не претендую на то, что это видео будет какое-то прям супер крутое, классное, да, и всем оно зайдет. Я даже не уверен, что я на него попрошу джентльмена там пропиарить. Ну, точнее, куплю у него там это что-то. Вряд ли. Вот. То есть это уже будет чисто как... Понимаете? Ну, челик залагал, ладно, это хуйня, не фраг на самом деле. А вот это уже было нотбэд. Если бы у меня не подлагало, это был бы вообще вантап. Опа. Боже, 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 блядь. Уйди, пожалуйста. Так, аккуратно. Там еще один. Месье, отвали, пожалуйста. Бля. У нас первый раунд мы как бы затащили, да. Найс. Кстати, хотелось бы сказать то, что на лето я ролики выпускать не буду, да, блядь, он заебал, сука, писать мне во время записи. Вот. Блядь, чмо, сука, заткни нахуй, пожалуйста, ебало. Вот. Ну хоть на секунду, блядь, молчи, сука. Спасибо. Все. Правда, просадок FPS из-за этого не избежать. Вот, я на 3 месяца, короче, не буду выпускать ролики, то есть летом, знаете, вот это все отдых, и мамка заставляет съебаться на дачу, где нет интернета, за БС, да? Ну, то есть классно, да. Сори, но на связь я буду стараться выходить по возможности, то есть в ВК я буду сидеть. К сожалению, там ролики у меня пилить не получится, потому что 4G кусок говна, который работает, точнее, работает где угодно, но не у меня на участке. Так, мы, кстати, с одним ХП выжили, если что, да? Ну да. Я часто с Керычем стал бегать. Ну хули, я еще с ним не набегался. Я его вчера купил, как бы. Ну, уже для вас это уже позавчера, наверное. Потому что я выложу это все позавчера. Ой, точнее, завтра. Вероятнее всего. Поскольку, ну, серьезно, я сегодня уже выкладывал и так видос. Тутор по эдитам. Я не знаю, зачем я сейчас этот смок откинул. Мне захотелось так. Мне некуда было въебать смок. Не знаю, почему я так делаю. Это, видимо, меня это возбуждает, ребят. На! Ну, сука. Я не добил последнего, ладно. Так, это мы раунд проебали. О, мой друг зашел. Так. Сейчас вот это, да, то есть вот так вот. Угу. Да. Я говорил это вообще не челику, не тому, который ответил на это, но как бы... Ну ладно, пусть он ответил. Допустим. А, или это долго... Похуй. А! У него типа ник у Микса, как у Маркса, знаете, месье, короче, жесткий такой. Я не помню, где он играет, но он, короче, в киберспорте... Так, я пройду через тест-павн, чтобы избежать. Здесь, я не знаю чего. Просто чисто, чтобы. Ну вот так. Чтобы жалко. Угу. Странно, я, конечно, позиционирую прицел, вместо того, чтобы смотреть на кишку, я смотрю в пизду какую-то.
Говно! Жопа! Член соси. Так. Месье. Жопошник. Остался один. Сексуальный чмошник. Ха-ха-ха. Минус он. Так. Один есть. Ай. Блин. Так, мы, значит, у нас прошел раунд, да. У нас тут этот... О, вот и мой дружочек, у которого тоже керамбит такой же, Dragon Glaze. Блин, 30 FPS, меня что, Глеб, точнее, Ярик до сих пор строчит. Прекратил бы он уже этим заниматься. Определись, пожалуйста, с местом. Я тебя очень прошу, мне нужны фраги с АВМ красивые, вообще-то. Может, я хочу красивых фрагов. Опа. Значит... А, это он, то есть... Это он хочет сказать, он минус 2 такой дал? Разнес, разнес, месье. Ну, обоих Керыч и Dragon Glaze сидим такие, смотрим на друг друга. Оба с Керычами бегаем. Этот ДНС так смотрит еще. Удивленно. Так, раз, флешка. Все. Определись, куда ты пойдешь. Понятно. Очень интересная раскидка. Он вроде бы, точнее, оппозиционка. Он вроде бы откинул и уходит, но нет, не тут-то было, он вернется. Смог. Господи, да как? Как он его пропустил? Как? Вы это видели? Не, ну... Ну, вы видели, да? Я вернулся, да, то есть и снова беру АВМ. Угу. Надо было попросить пест, но не у кого, да, то есть тут как бы все жопошники, которые не дадут. Надеюсь, он не даст пройти. Как? Господи. Почему, сука, им так везет? Ему уже второй раунд. Настолько сильно повезло этому чмошнику. Просто я не знаю... Как я его не убил? Я ему в тело же попал, нет? Разве? Ну спасибо. То есть меня телепортировало еще, но большое спасибо. Я все понял. Я не знаю, как отблагодарить. Что у меня с пингом? 36, да? 36 и телепортирует капец. Петух мощь, как бы, да. Что-то не особо тут с голосом ММ, ну, как бы, да. Ну, и даже не ММ, ну, чисто, знаете, чисто по угару записал. Опа. Это Грена от моего друга божественно. Почти убил там бамбу.
Хоба. Естественно. Как еще могло быть? Расскажите мне. А! Да почему? Да господи. Он, блин, разносит всех, не дает мне вообще убивать. Главное жуй такой, а? На, наконец-то просто. 20 FPS. Ну, мы закончили эту катку и говно, блин. 10 на 5. Говно, жопа. Вот микс нормально закончила. Я как-то, ну, знаете, так себе. В общем, ставим лайки, подписываем нас на канал, да, там все. О, мне даже повысили уровень, ждем, керамбит голд нам должен сейчас выпасть. Ну ладно, 50 монеток, то есть, ну, как бы тоже неплохо, но это не совсем то, чего я ожидал на самом деле, но это тоже пойдет, то есть ставим лайки, подписываемся на канал, там, да, все.